Константин Сутин. Но вопрос такой слишком общий. Почему так действует Бог? Почему столько несправедливости? Почему он не остановил войну с самого начала? Почему не уничтожил Путина? Это по поводу молнии, которая попала где-то под Красноярском в церковь. Церковь сгорела. Такой символический удар. Но есть на этот вопрос ответ церковников, попов, что что бы он ни делал, Бог, он делает правильно. И пытаться найти объяснение этому, это неправильно. Вот, и я думаю, что отсутствие вот этих простых решений с его стороны, мы сейчас предполагаем, что он есть, функционирует, наблюдает за нами, там, может быть, не из облаков, а там откуда-то из... как у Бродского, взгляд отца откуда-то издалека, со звезды. Он позволяет нам самим сделать эти выводы. И Украине, совершая ошибки, очень много ошибок было совершено. И сейчас об этом уже начали говорить как-то, но осознавать вот эту ситуацию. Всех действия всех президентов до Зеленского и для России, это все-таки некоторый процесс познания. Он нам предоставляет такую возможность, значит, самообучаться, понимать, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно. Вот он, ну и действительно, это было бы слишком простым решением. Но вот как возникла демократия в России? Вот просто в один день эти ребята пришли, ГКЧП, сказали, все, хватит. Какая к черту демократия? Какие кооператоры? Все, надоело, хватит. И мы начали сопротивляться. И все это было решено в течение нескольких дней. Демократия свалилась в руки гражданам России бесплатно. И я уже много раз об этом говорил. В первый день, вот 19 августа, днем... Там, ну, несколько десятков человек было, там, может быть, чуть больше сотни. Вечером мы туда нагнали людей, вот, но сопротивления ГКЧП не было. Потом уже там вот флаг принесли, митинг. Началось настоящее сопротивление. Так что он очень разумно действует. Он предоставляет нам всем возможность обучаться на собственных ошибках. Совершать эти ошибки. Он учит нас, ставя в какие-то сложные ситуации. Ну, вот такой метод обучения свободных людей. Вот нате вам ситуацию, думайте сами, как из нее выходить, выворачиваться, спасаться. Ну вот. Сейчас это работает на примере вот этой войны России и Украины. Каждый выбирает свою позицию. Через некоторое время за этот выбор придется отвечать. Уверен, что придется отвечать тем, кто сделал неправильный вывод.
неправильное решение принимал, может быть, и не до конца правильное решение. Это тоже ошибка.